Всем привет! Сегодня очередной сетик делаю. Буду делать сет, который делал недавно Андрей Кобелев и Дима Кузнецов. Сет сложненький. Ребята молодцы, особенно Дима. После травмы видно было, что тяжело. Сет состоит из 10 подтягиваний высоких, потом 10 отжиманий на каждую руку, на 10 отжиманий на одной руке, на каждую. Затем 30 секунд надо флажок продержать, это Глеб. Потом 15 отжиманий с 48 килограммами. 10 подтягиваний тоже с 48 килограммами. Потом 10 подносов ног из положения уголка. Это Глебас. Я думаю, получится неплохо, несмотря на то, что я недавно болел. Выносливость подспала. Ну и, естественно, перед этим я сделал 3 подхода подтяги. Погнали. We'll be right back.
Время 8 минут 9 секунд. Фу, not bad. Так, вес, чтобы видели. Фу. Ну вот так вот. В общем, я думаю, вам понравилось. Ну, держите в голове, что я как бы после болезни не отошел вообще. Но, то есть выносливость она ушла очень сильно, я прям чувствую. Вот, но так как все-таки мышцы чуть отдохнули, я сегодня неплохо подтянулся в начале тренировки. Вот, увидите там видосик. Короче, всем спасибо. Пишите свои отзывы. Буду рад. Вот. Прислушиваюсь к вашим пожеланиям. Короче, всем до встречи. Счастливо.